Электронный дневник, удаленный доступ и школьный портал. Современная система образования давно перешла на цифровой формат. У детей сложностей с нововведениями нет, а вот родители иногда не знают всех тонкостей. Специально для них в Химках провели тематическую встречу с ведущим консультантом IT-центра Натальей Поповой. Она рассказала, какие изменения ждут школы в новом учебном году. Например, с 1 сентября 2019 года на школьный портал можно будет попасть и через сайт госуслуг. Для этого должна быть у родителей обязательно наличие, наличие подтвержденной учетной записи, да, и вы сможете, администратор школьного портала обязательно внесет ваш СНИЛС, который является тем уникальным кодом, который вас пустит в школьный портал. А что же будет с доступом детей к электронному дневнику? Сейчас у детей есть логин и пароль, у них теперь доступ не будет возможен, ведь на госуслугах они не зарегистрированы. Ученики, достигшие 14 лет, то есть которые получили паспорт, то есть они тоже могут зарегистрироваться в ЕСЕ и тоже будут входить в школьный портал только через госуслуги. Власти городского округа регулярно проводят тематические встречи для жителей всех возрастов. Полная афиша на сайте администрации.